Я чувствую силы, чувствую импульс. Приехав в Крым, я захотела того опыта, которого набрала в Москве, работая с детьми, я захотела передать именно нашим детям, привить культуру, знания, желание учиться. Это очень важно. Встаешь, ты идешь вперед. Вот. То есть каждый раз ты ставишь какие-то новые цели и достигаешь их. Привить вот эту любовь к национальным танцам, привить любовь к языку, привить любовь к изучению окружающего мира, к любимому краю, к родному краю. Да? То есть как бы очень хотелось, у нас это есть. И мы, молодежь, хочется передать, чтобы мои дети в будущем жили среди такого общества. Вот моя основная идея и цель, чтобы мои дети жили в гармоничном, развитом обществе, и чтобы личность была развита со всех сторон.